Ну разве найдется человек, который откажется от настоящих астраханских арбузов? Добрый день, вы на канале «Клоновидный яблони» Рената Исаева. Сегодня я нахожусь на оптовом рынке города Астрахани. И сегодня мой большой репортаж об астраханском арбузе. Сегодня мы узнаем, как выбрать настоящий астраханский арбуз и существуют ли желтые арбузы. Приятного вам просмотра. Вот такие вот крупные астраханские арбузы. Бомбовые астраханские арбузы. А можно узнать, а почему вы так кладете именно? Чтобы больше поместилось. Вот видите, какая особая технология. Итак, сейчас мы узнаем у профессионалов, как же выбрать арбуз, чтобы он был красный. Пожалуйста. Красный арбуз, видно, бывает вот чуть белый, оттенки у него бывают, чуть темноватый, светлый вот такой. А зеленый бывает, он тут не найдешь таких. Он чуть зеленоватый бывает. И то, что говорят, что это должно быть сухой, это неправда. Это бывает у несвежего арбуза. У свежего арбуза всегда зеленый вот этот. Такая. А еще говорят, что надо немножко по нему похлопать, да, и по звуку узнать. Как вот определить по звуку? Хлопаете, вот так звук должен быть звонкий. Звонкий, да? Да. Не глухой такой чап-чап, а звонкий. Ну вот сейчас такой. Звонкий звук, да? Звонкий звук, да. Ну, спасибо вам большое. 20 рублей, да? Да. Ну, нормальная цена за такой арбуз, 20 рублей килограмм. Вот такой вот крупный астраханский арбуз. Сколько стоит килограмм? 20. 20? Если оптом, то 19. Вот настоящий астраханский арбуз. Красный, без прожилок, без селитры. Ну что ж, давайте попробуем настоящий астраханский арбуз.
просто супер вкусный. Очень сладкий и сахарный. Итак, перед нами сорт желтых арбузов, и сейчас нам порежут один из арбузов. Мы посмотрим, какой же цвет у этого арбуза. Вот настоящий желтый астраханский арбуз. Если кто не видел, то, пожалуйста, смотрите. Ну как, вкус хороший? Отличный, необычный вкус. Ну давайте я тоже попробую этот желтый арбуз на вкус и скажу вам, какой он. Исключительно сладкий и вкусный. Отличный. Супер вкусный, сахарные сладкие. Всем советую, астраханский арбуз. Арбуз настолько вкусный, что я не могу остановиться и продолжаю его употреблять. Супер вкусный, сладкий, сахарный. Все вместе. Всем советую астраханские арбузы. Критянка на любителя. А, да, да, правильно, он правильно мыслит всегда. Тут туда возьми. Эй, бери телешка. 5 секунд времени. Давай туда. 5 секунд. Давай. Я могу посмотри, душман, душман. Просто не могу удержаться, чтобы еще раз не попробовать арбуз. Тает во рту, сахарный, сладкий, мед. Всем советую попробовать астраханские арбузы, настоящие астраханские арбузы. На этом заканчиваю свой репортаж с оптового рынка города Астрахани. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересного и полезного. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат.